Исторический минимум. Металлурги Запорожстали снизили потребление природного газа. В прошлом месяце, если сравнивать с апрелем 2015 года, запорожсталицы снизили потребление газа на 5 миллионов кубометров. Это результат комплексной энергосберегающей программы в сталеплавильном и прокатном производстве, а также старт проекта по обмену вторичными газами между Запорожсталью и Запорожкоксом. Теперь оба предприятия могут использовать газ, производимый в ходе технологического процесса, исключая закупку дорогого природного топлива. Наша ближайшая цель – это снизить потребление газа до 10 миллионов кубических метров, то есть практически еще на 20% в течение ближайшего года. И мы уже сейчас активно работаем над этим. В частности, мы заканчиваем проект по переводу наших агломашин из природного газа на смесь вторичных газов. Мы сейчас запускаем проект по замещению природного газа в воздухонагревателях доменных печей, а также реализуем еще десяток других проектов.